Сегодня мы с вами, дорогие зрители, совершим очень интересную прогулку, очень интересное такое маленькое путешествие по озеру Селигер на лодке. Самая обычная лодка, которая управляется веслами. И мы вместе с вами поплывем по озеру, посмотрим красивые виды озера, посмотрим берега, какая растительность, и даже заглянем под воду, посмотрим, а что там, как растут эти растения, как они держатся, что там происходит под водой, чистая или нечистая вода, как солнечные лучи преломляются водной поверхностью, и как искрятся мелкие организмы там под водой, как это, какая-то красота, просто какой-то космос. Я сам всегда мечтал заглянуть туда под воду. Ну, для этого существовало у нас что обычно? Одеваешь маску, ныряешь и смотришь. Ну, не всегда это удобно, не всегда это возможно. А сейчас есть техника, которая нам окажет эту помощь. У меня с собой не только фотоаппарат, не только видеокамера, но и маленькая, небольшая, замечательная камера для подводных съемок. Именно она вам покажет, что и как там происходит под водой. Какой у нас сегодня план? Мы прокатимся недалеко от отеля, уйдем туда направо от отеля и покупаемся, позагораем, посмотрим, что там. А ближе к вечеру мы на этой же лодке решили поплыть к монастырю Нилова пустынь, чтобы встретить у монастыря закат солнца. Я не буду вам мешать смотреть очень красивый фильм, поэтому я удаляюсь, а вы не уходите далеко. Нас ждет еще много-много прогулок, путешествий по озеру Селигер, по нашей стране Россия, ну и, конечно же, за границей. Приятного просмотра! Thank you.